Чувак. Чем? Я вам дал страничку, значит, сложение согласных, это отдельная страничка из Бюллера, вот. Тут хорошо, они достаточно собраны. Угу. Все более-менее сходу понятно, просто не взывает. Ну, здесь хороший шрифт, там видно. Вот. Это дело практики, надо понимать. Есть, которые встречаются часто, а есть, которые узнаются тяжело. Две такие группы. Скоро узнаете, какие те. Какие часто, какие. Вот это ч в написании, конечно, в печатном такое. Прям вот плохо ложится. Вот этот. Нет, наоборот, ты ни с чем не спутаешь. Да нет, все на письменно похоже, но там надо привыкнуть. Тут понятно. А скажите, вот в тех вариациях, в тех лигатурах, где, скажем, одна из графем, она имеет варианты написания, то в лигатурах какой-то только один вариант применяется или тоже могут быть варианты? Да, один. Вот джига, например, да, она имеет там два вида написания. В лигатуре будет какой-то один из них применяться, да, постоянно? Начнем. Правила написания. Лигатура. Нет, лигатуру будем считать, что мы осилили. Слова пишутся слитно, если предыдущее в скобках первое из двух предыдущие. Да, предыдущие. Первое из двух оканчивается на согласную. Кроме висарга и анусфара. Раздельно. Если на гласную. Асид, Раджа,
Запишите Девинагари. Слитно. Правило слитного написания. А, как пишите рядом? Да, вот не, так. Вот так. Да. Получается лигатура. Ну, разумеется. Собственно, о чем только что говорили, что пишем слитно. Дэр. Ну да и это не должно вызывать никаких проблем. В конце данду поставил. Зачем? Конец предложения. Еще неизвестно, чем закончится. Правила звуковых изменений в тексте. Это было, были правила написания, а сейчас правила звуковых изменений в тексте. Сандхи. Сандхи. Это правило звуковых изменений в тексте. Бывает внешним. В скобках. На стыке слов. Бывает внутренним. Между. Приставка плюс корень. Между приставкой и корнем? Да. Сандхи конечного Т. Первой разновидности. Т уподобляется тому звуку, который стоит за ним. Т переходит в Д, перед гласным, ГРВ, было АСИТ. Раджа из за Р Т поменялось и стало Асид Раджа. Глухая отзвончается просто. Вторая разновидность. Т превращается в
палатальные. Церебральные. Спарша. Асид. Джана. И из-за этого J наша T превращается в Асич Джана. Что на письме Деванагари? Джинджу. Да. Сольются. Сольются. Но было джанас, стало джана. Было с. Ну, давным-давно. Mm-hmm. Хотя, скажем так, скорее в скобках. С скорее в скобках, чем... То есть пишем висаргу, а в скобках можно написать с, а не наоборот. Не пишем с, а потом в скобках висаргу. Я поняла. Угу. Третья разновидность. Т превращается в Н. Перед носовыми. В скобках. Пятый ряд спарша. Асид мрга. Асин мрга. Четвертая разновидность. Т плюс Ш. А это Ч. 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 Асид. Шаша. Стало.
Кто такой Шаша? Заяц. То есть получается осечка. Поменялся и тот, и другой. Осечка. Обычная наша чага, да? Да.